Во, всем привет. В общем, это наш номер в Египте. Какая-то картина, да, здесь, Антон? Ага. Это у нас кондиционер или как называется? Да, кондиционер. Так он там внутри. Вот такой шкаф при входе в комнату. Вот это вход. Здесь мы уже развесили, в общем, бардак, не пугайтесь. Вот такой телевизор и на таком, как сказать, комоде, да, и зеркало. Диванчик, столик, это наши шторы, окна, да? Угу. Это как торшер, я не знаю, но он нифига не работает. Там лампочки. Мы включаем... Ну, мы не пользуемся, поэтому... Да, мы включаем москитол и... Нам хватает. Потому что у нас комары. Я лежу и не могу встать. А надо вставать. В общем, это второй номер, на который мы поменяли. Был еще первый, был ужас. Но, в общем-то, здесь не очень даже хорошо в плане ремонта. Вот так вот. Все. Вот так включается кондёр. Так включается. Так, ванная. Мы прекрасно можем услышать соседей. Значит, вот так тут все. Полотенце. Тоже видите, в сторону айс. Шампунь. Я взяла репейник для волос. И мыло дегтярное. Так, ну и щетки. Это я. Здесь есть, кстати, мыло, которое, по-моему, кончилось, что ли. Так, выходим, выходим. Специально. В общем, это четырехместный номер, да? Вот. И две большие двухспальные кровати. Спи на какой хочешь, называется. Да? Холодильник есть. Ну да, холодильник есть. Ну, мы не пользуемся. Носиться будет не разрешаю. Пустой. Кормят на убой. Вот такое интересное окно. Вот это мне окно понравилось. Кормят, да, кормят очень хорошо. Оно вот так ездит до конца. Сейчас мы его закроем, потому что вот так открывается дверь. Ну ладно. И вот такая вот, как назвать, терраса, я не знаю. Тут, короче, идет стройка напротив. Это большой минус. Все-таки. Такие стульчики. Со столиком. Вот так мы вышли, значит, из нашего номера. Наш номер 4111. Рано очень закрываются замки. Тут еще перекрылся у меня. Просто выходишь, и она закрывается. Непонятно, как ты закрылся. А вот какой-то вид номер, смотри. Да, да. Да. Ну, это же рабочие. Ну, такие пальмы, которые тебе кое-кого напомнят. А это банановое? Вот. Да? Дерево банановое? Ну, то да. Справа. Все, мы прошли оттуда. Вон там мы живем. Здесь строится. И идем, и идем. Да, вот такой есть прекрасный бассейн. Здесь, по-моему, три бассейна. Третий мы точно не найдем. Либо третий это детский. Но отель называется Фестиваль Шедван Голден Бич Резорт. Самое главное, что бич. Я выучила. Ну вот, мы не купаемся в бассейне, потому что там хлорка. Точнее, потому что там хлорка не успевает. Микробов всех, в общем, убить. Сам отель такой вот
большой тоже. Ну, знаете, тут пляж около километра. Вот. А он название можно снять. Он бы. Решение вам будет. Вот с этого бассейна. А, вон дети купаются. Мы идем на пляж. Пока ничего не фоткай, не морай, не надо. Мы идем на пляж, весь тренажерный зал, который я не знаю, как он работает. Какие часы? В общем, понятное дело. Гляньте, как песочек. Граблями. Глянь, как песок граблями сделали. Подровняли. Загорают уже люди. Будь здоров. Вон там находится такая горка, на которой мы еще не катались. Волейбольная фигня. Вот такую штуку сделали. Они занимают и уходят. Не боятся, что полотенце сопрут. Как эта фигня называется, которую засыпали? А? Как ее называется? Кого? Коса? Засыпанная. Ну, коса. Море теплое, теплое. А? Ну видишь, даже вон водоросли прибивают. Классная вообще вода, теплая. Водоросли, говоришь, собирают, да? Ага. Ну, это вот убирают, понимаешь. Каждое утро. Это один пляж. Туда я вообще не ходила, там рыб смотреть надо. Мне туда лень идти. Тут как бы вообще позагорать чуть-чуть. Масла какие-то продают, но говорят, нужно покупать в аптеке, потому что здесь не натуральное, не качественное. Химия. И магазин тоже. Так что на пляже находится магазин, это ресторан. Ну, паб. Он рыбный ресторан. Платный, в общем. И так. Чё? А, я там нырял. Что-то просто не очень. Ну да. Как будто вода ушла, вода просто уменьшилась. Вот мы подошли к этому пляжу. Мы были вон там сейчас. Оттуда пришли. Вот здесь уже поглубже. Там очень-очень, как? Мелко, да? Да, мелко. И здесь тоже не особо. Нет, здесь глубоко уже достаточно. То есть, ну, сразу глубина быстрее начинается, нежели чем там. Урны стоят. Здесь, оказывается, можно курить. Мне кажется, у нас на пляже, по-моему, курить нельзя. А, нет, разрешают. Вчера была по щиколотку, теперь ушла. Ушла у нас вода. Жесть. Просто жесть. Видишь, рыбка, походу, осталась, и вот эти чайки ее ловят. Иди, может, ты тоже поймаешь. Сейчас мы идем на горку, которая работает от прилива, да? Да. Ну, то есть набираются. А значит, что она и не будет работать при нас. Да, все это будет. Херня теперь. Там олени какие-то. Вон та тоже часть нашего пляжа. Вот эти лежаки. Да, вот это. Вода ушла. Вчера здесь хотели военные сортовать. Гляньте, вот этого мы не видели. Трупы мы вот этих. А сейчас все это видно.
Да, ходят военные с автоматами и так далее. Жарко очень. Очень-очень жарко. Все. Поднялись. Смотрим. Наверное, надо было сразу отсюда, да, снимать. И не париться. Ой. Там шли, шли, шли. Вот стройка, вот тут мы живем где-то. Аж запыхалась. Вот в этом баре дают пиво. Коньяк там, воду. Ну, скажем. Чай, да. Вот это тоже наш пляж. Самые классные лежаки здесь. Но здесь... А еще вода сейчас ушла, это просто жесть. А глянь, где вот лодки валяются, это тоже наш пляж, наверное. Здесь дискотеки проходят. Вот это театр. Вон, видишь, розовый. Сейчас я сама его найду. Вот. Ну так, под театр типа сделано. Красота. Египет 2015. Египет, слышал, да? Египет 2015. Конец сентября. Ну, боятся, что солнечный удар будет. Все. Я отснимала. Правда, я не сняла ресепшн. Ну, если мне дадут руки, все-таки мы приехали отдыхать, а дней у нас мало. Вчера мы ездили в Люксор. Устали очень. Очень сильно устали. Все. Пока-пока. В Люксоре. Штуки вот такие. Классные. На экскурсии. Так много этих штук. Ку-ку. Нравится? Изида, группа Изида. Потом наливали воду. Там статья, там остатки пожара. И там разрушены все, это тут внутри. Можете обходить. Мужчины не рады. Просто с собой сыры богатство отдать через дорогу. Таз корабей, самый большой в Египте. Мужчинам надо обойти 3 раза, а девушкам много раз надо. Вот она, наша звезда. Сколько же раз надо пройти? Кругов 7. Так. Мы, короче, в этой долине царей. Тут ужасно жарко, уже 50-60 градусов. И поэтому я иду в автобус. Невозможно.
Да, слопали. Этот. А, о, Оля, видела? Ага, видела. Ну, я не получилась или получилась? И да, вот они все видят. Плохо снимает как-то через Хургада Москва самолет. Не верится, что он взлетит, да? Моя нога. Это так, не знаю, что он сюда приехал. Ну, вообще человек 500. По 3 с каждой стороны. Второй этаж, может быть, это VIP, короче, да, походу. Да, VIP. Окошко хреново туча. Свой лягушатник ждем. Ждем и ждем, ждем и ждем. Ургада. Степяра. Точнее, пустыня. Нижник пряжку. Туго затяните ремень. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. Each passenger seat is equipped with safety belt. Your safety belt must be fastened whenever the fastening seatbelt sign is on. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle and tighten the strap. To release the seatbelt, lift the buckle cover. Ваша кислородная маска находится в панели багажной полки над вами. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически. При blowing. Вот я. Маск без бафоха приказывает сканирование обрисования самолета, так как это затруднит его покидание. Позже пасса эвакуации по новым флагам Лайкос until you outside of the aircraft. Более подробно ознакомиться с аварийным спасательным оборудованием нашего самолета вам позволит инструкция по безопасности, которая находится в кармане перевисающего кресла. Еще